Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве ZTE Blade A7 2019 года получить доступ к настройкам разработчика. Для этого в первую очередь открываем настройки, затем переходим в раздел о телефоне, находим строку номер сборки и тыкаем по ней пальцем несколько раз, пока не появится сообщение «Вы стали разработчиком». И теперь в разделе «Система» мы можем найти опции для разработчиков. Вот они все наши суперинтересные, суперполезные настройки разработчика. Можете ознакомиться с ними собственноручно, получив к ним доступ. Также вы можете их выключить здесь, и они пропадут из списка настроек. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!